Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы показать вам один из моих любимых ангрекумов. Это ангрекум леонис. В природе растет на Мадагаскаре, на Коморских островах, на высотах от 300 до 1500 метров над уровнем моря. Соответственно, дома может содержаться при различном диапазоне температур, от прохладного до теплого. Мой содержится сейчас в теплых условиях. Где-то температура дневная 25 градусов, ночная 20 градусов, где-то так получается. Почти полностью находится под искусственным освещением. Две лампы флора 36-ваттные, ничего не меняется. До 12 иногда, очень редко, получает солнышко. Очень ароматный красавец, аромат по ночам, прям на всю комнату. Очень приятно это. Красивые фарфоровые цветки, как у всех ангрекумов. Сам он по размеру не крупный. Пора его поливать. Уже он на 2 недели не политый стоит. Сегодня буду поливать. Посажен у меня в пластиковый горшок прозрачный, в кору, сверху мох. В общем-то, ничего сложного в уходе нет. Полив в идеале раз в неделю. У меня когда раз в неделю, как 2 раза в месяц получается только поливать. Но, тем не менее, все нормально с ним. Залива они не любят. Также у него есть вентилятор. Включаю периодически, не каждый день, но раз в 2 дня точно, там минут по 40 работает. И влажность воздуха низкая, где-то 30-40% всего. В общем-то, и все на этом. Ну, надеюсь, вам понравился мой ангрекум. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Ссылочки будут в описании к видео. И всем пока!